Здравствуйте, братья. Я буду говорить на русском языке, чтобы наши враги поняли, что я хочу им передать. Мы, мусульмане, те нация, тюркские солдаты, та нация, которая всегда становится на первом месте, всегда выигрывает. Мы никогда не проигрываем. Наши солдаты, один если умирает, один становится шахидом, тысячи рождается. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Карабах! Карабах — это Азербайджан! На видео экс-военнослужащий Азербайджана и участник Второй Карабахской войны, Гасым Лемисир Эльманаглы, житель Городокского района. Он был арестован без всякой причины по запросу армян в Киеве. Доказательств не было вообще. После того, как потерпевший пожаловался, он покинул Украину и уехал в Испанию. Гасым Лемисир был незаконно задержан, несмотря на то, что на суде не было представлено никаких доказательств. К делу было приобщено огнестрельное оружие, хотя оружия при нем не было. От админа азербайджанского телеграм-канала «Без тормозов» просим представителей СМИ Украины привлечь внимание, чтобы справедливость восторжествовала по отношению к Мисиру Гасымлы. Наше давление со стороны правоохранительных органов и бандитов, я прошу это зафиксировать это. И если сейчас не будет лояльного отношения к этому, прошу открыть уголовное дело именно в Азербайджане через Генеральную прокуратуру Азербайджана, чтобы параллельно моему делу было открыто, чтобы все это зафиксировали, и это было на государственном уровне. Ваше заявление и подтверждение адвоката уже отправлено в Министерство закордонных дел Украины вчерашнего дня. Пусть тогда результат будет. Почему мои законы нарушают? Почему я должен незаконно содержаться в СИЗО и отбывать тот срок уже под 4 месяца за то, что я не совершал? Сам прокурор подтверждает эти слова, а потом берет, говорит шаблонными словами. Одними шаблонными словами выходит так, что у меня может 10 лет сидеть, убеждать, пока война будет на пост прийти на суд, проводить мест суды. Вы сами были свидетелями всего, что сколько раз перенесли нам суды? Это раз перенесли суды? Почему? Почему мы приходим, мы за 2 месяца можем все свои дела подготовить, а судьи или прокуратура не может прийти на суд, не может предоставить документы или выслать это? Почему бумаги ДБР прячутся через Министерство суда, которое разрешение? Мой адвокат должен из своего кармана платить. У государства Украины нет финансов, чтобы оплатить одну почту, бумагу отправить на ДБР, чтобы открыть уголовное дело? Есть же. Почему там это должно быть? Почему вы молчите, Ренат Анатольевич? Можете нам что-нибудь запрещать в беседе? Давайте, мы с вами обсуждали. Мы с вами обсуждали что? Обсуждали о том, что есть давление, но...